В ближайшее воскресенье нас ждет один из самых веселых русских праздников – проводы Масленицы, он же Прощенное воскресенье. В Тверском ДК «Химволокно» к этому дню уже давно подготовились, в том числе и придумав интересный арт-объект. Всю неделю во Дворце культуры «Химволокно» отмечают Масленицу, устраивая хороводы, песни, пляски и, конечно же, угощая блинами. При этом всех входящих в ДК встречает праздничная елка. Такой в Тверской области больше нет нигде. В этом году на Новый год в дворец купили шикарнейшую елку. Поставили, была хорошая погода, она как свежая простояла несколько месяцев, и жалко просто выкидывать. И вот тут же совпало, что Масленица подходит, и вот решили украсить. Юные участники творческих коллективов и педагоги дворца нарядили елку в соответствующий наряд, блины и прочие украшения, которые они изготовили и раскрасили сами. Проходящие мимо горожане отмечают, что примерно так они представляют себе масленичную ель. Что-то похожее на блины в плане украшений быть должно. Ну как, наряжено блинами, наверное. Чем еще? Блинами, сушками, там что-нибудь. Апогеем масленичных гуляний здесь станет театрализованное представление, которое состоится 14 марта в концертном зале ДК «Химволокно». Там можно будет увидеть спектакль, творческие номера талантливых артистов и прочее. Главное, чтобы в ходе этого веселья никто не поддался порыву сжечь символ Масленицы, которым перед Дворцом культуры стала в нынешнем году эта красивая ель.